Маня, иди сюда. Скользко. Уйди. На диван. А пока я просто ее положила и вот сюда такой коврик, потому что вот на этом диване очень любят спать кошки. И у меня сегодня мне предстоит поездка в армию к сыну. Опять, да, опять к сыну в армию. Надо отвезти передачки ему и его друзьям. И кроме того, мне еще нужно отправить платки. Я вчера купила пакеты почтовые. Друзья, купила почтовые пакеты для того, чтобы отправлять посылку. Вчера сайт почтовый висел, я полдня еле-еле
смогла отправить несколько штук, вот, например, в Воронеж. А сейчас дело остановилось из-за того, что вот эти платки, их нужно паковать еще в один пакет. Я кинулась, у меня пакетов нет. Сейчас муж съездит в магазин за пакетами. Я пока все вот это вот подпишу оставшиеся. Каждый платочек у меня подписан. Сразу подписывала, вот так, пришивала бумажку с именем, фамилией. Видите, какой он огромный, больше килограмма. Почтовый пакет. Но я подумала, что нужно все равно, прежде чем запихнуть их в почтовый пакет, их нужно еще во что-то положить. А вот во что положить у меня нет. Поэтому сейчас мы как-то разберемся с этим вопросом. А затем поедем. В 12 часов нам криком кричи уже нужно уехать. Мне вчера пришли фотографии. В общем, когда их забрали в военкомат, их сразу сфотографировали. И затем нам, родителям, по электронной почте, в общем, выслали образцы и предложили купить. Друзья, наложенным платежом, смотрите, стоит сумма оценки 2710, я заплатила 2900, в общем, почти 3000. Я не хотела брать, потому что Максим сказал, что к ним 2908, вот, почти 3. Максим сказал, что к ним еще приезжали, в общем, и сделали еще комплект фотографий, те, говорят, будет дешевле. Ну, в общем, так как пришло, можно сказать, без спроса, ну, я забрала. Вот, смотрите, это 3 магнитика. Присылают, вот видите, на холодильник или там не знаю куда. Теперь смотрите, армейский календарь, его можно вешать. Вот здесь гвоздик. Вот здесь тоже сыночек, я его вот сюда повешу. Как вам? Можно вот так поставить, но ставить неинтересно, правда же? Потому что здесь, вот, видите как, я его, конечно, повешу. Затем, что у нас здесь есть? Так, это не то. И вот такие вот, пожалуйста, фотки. Вот это все стоит 3000. Вот еще один настольный календарь. То есть вот так сгибаешь. Вот он такой маленький получается. Ну, вы поняли, да? И вот такие вот фотки. Вот так это можно в рамочку. Вот так вот, чтобы виднее было. Ну, нормально, в общем, ладно, мне нравится. На память. Я же не думаю, что они каждый раз будут фотографироваться. Все-таки интересно, да? Да, мои дорогие, покой нам только снится. Мне вот по-быстрому надо упаковать посылки, отправить их по почте. Потому что стоять там очередь, сами понимаете, я их отправляю вот с компьютера, лишь бы сайт не завис. А затем просто привожу на почту, отдаю, пишу трек номера, и, в общем, они благополучно уходят, делаю так постоянно. И сейчас я по-быстрому загружу вам видео, когда вы это будете смотреть. Я уже буду ехать в Волгоград к сыночку. Вот такие дела, друзья, после Рождества дел вот так по горло. Кстати говоря, хочу вам похвастаться, я купила перед Новым годом цветочки. У меня одно время было много цветов, затем, в общем, они пропали, мне надоело за ними ухаживать. И я вот в этот раз купила вот такую кисличку. Она у меня наконец-то начала отрастать. Вот видите, дала новые листики. А вот эту вот герань, которую я тоже купила по случаю, в общем, что-то она у меня как-то никак не пошла, подсыхать начала, я отщипнула ей верхушки, ну вот вроде бы у нее начали отрастать. Видите, сохнет по краям. Я не знаю, влаги ей что-то не хватает. Сухо может быть. Не знаю что. Ну и как всегда у всех рождественская звезда тоже начала подсыхать. Ну посмотрим, что с ней будет. Надо ее полить опять. Вообще они же долго не растут, эти цветы. Они все одноразовые. Но смотрятся, конечно, красиво. И на этом точно. Всем пока. Дел по горло. Болтать некогда. Давай, включай. Включай! Размерзся. Забыли перекрыть, и размерзся кран. Теперь только так.